Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Spellforce 2. Драгоншторм. Нам надо вот сюда, да? Мы можем туда, получается, просто переместиться, а можем пошариться здесь. А вы за мной ходите, вы за мной не ходите. Значит, вы за мной идете. Так, здесь гномы работают. Соберем Лэнью. Зачем, не знаю, но соберем. Может быть, пригодится. Ну, не просто же так она, да? Так, тут квартал торговцев у нас был. По идее. Ага, даже квестики есть. Ну, давайте заберем. Хотя нет, давайте, наверное, сначала пойдем по сюжету. О. Фермер. Ага. То есть, да, это, да, вот он, квартал торговцев. Ну, давайте послушаем, ладненько. Так и быть. Нет, нет, этого не может быть! Только не это! Нет, нет! У тебя потрепанный вид. Да, мне пришлось бросить все, что у меня было. Я бросил свои вещи и сбежал. Мое добро, мои вещички. Теперь по ним топчутся эти Наркейн. Ничего, мы найдем твои вещи. Ага. А, просто найти, ну тогда ладно. Что, награбили себе добра? Да чтоб вы им подавились! Успокойся, друг. Ну, блин, надо заживись. Да вы, солдаты, тащите все, что не прибито гвоздями! Все, что нажито непосильным трудом! Тебя вообще ничего не верну, пошел вон. На все четыре стороны, чтоб они подавились! Что ж, если на меня не подействует проклятие, которое ты только что наслал на всех солдат вроде меня, я могу поискать твои вещи. Но не факт, что я их тебе верну. Смотри, какой, а? Мы, значит, по-доброму к нему хотим помочь, а он такой: ах ты тварь, ты мои вещи крадешь, да, подавись. Она вот нифига. Обойдется он без своих вещей. Да что за чесотка-то напала? Да блин, еще и микрофон что-то в упор, еще и голова падает, еще вроде сижу как-то чуть не... Чё-то не то вообще сегодня какая-то не та. О, хорошо. Торговцы. А, ну, кстати, да, можно продавать, наверное, да? Угу. Интересно, а что даешь? Вспышка. 320 урона. Ну, у меня... А, тут такой разброс по урону, а здесь он меньше. И плюс еще проникающий. Ну, тут 12 плюс отхил. Так, ну ты, короче, никому не можешь. Давайте мы, короче, вот это все продадим. Плохо, что нельзя, короче, вот это все просто взять и продать. Все, что красное, я пока не буду продавать, а все остальное можно нафиг смело. А, так, это 100% туда же. Арбалеты, да. Ну да, луки туда. А, у тебя шаровая молния. Пока... Ну ладно, пока оставлю, мало ли кто там это. Так, вспышку уберу точно. А, великое исцеление оставлю. 12 уровень как раз у нее будет. Она сможет его использовать. Ага. Колечко. Никому. А почему? А, уровень 12. Хорошо. Здесь мы все разэтовали. Детская игрушка, холодная как лед. Это понятно. По-по-по-по-по. Ну, пока, да. Пока все, пока. Ой. А нафига столько сладкого вина? Как, кого будем спаивать? Кого будем спаивать? Снаряжение. Нифига себе. А стоит-то как дорого. Но, видимо, хорошее снаряжение будет.
Можешь получить его за так. Что тебе нужно, фермер? Я с моими вещами приключилась беда. Видите ли, я оставил их, когда бежал. Несколько безделушек, имеющих ценность только для меня да моей жены. Я поищу их, приятель. Да, ты хороший. Ты, видимо, там что-то это... Вообще, там это... На жалость надавил. Так, 5-200-200. В дистанционном бою мне урон не нужен. Возьму вот это колечко сюда. А теперь дистанционный бой как раз вот так вот возьму. А, сила исцеления еще, да, у тебя? Да. Так, это что, восстановление маны, восстановление жизни, восстановление... Нет, это лучше, да. Так. Плюс 10 восстановления маны. Так, маны побольше и плюс еще сила исцеления. Только... Нет, ладно, сила исцеления оставим. Тогда вот это можно продать... А тебе, у тебя что тут к огню, да? А, ну не, не силу исцеления. Хотя можно восстановление маны, устойчивость к черной магии. Ну ладно, давай восстановление хпшечки. Дистанционный бой, хорошо, да. У тебя здесь все, в принципе, из такого-то. Закупаемся. Опа, в дистанционном бою, да? 4, тут 8. Да, это заменяем, убираем. То есть это вот колечко, да. А магии разума нет, поэтому просто идем. О, точно активировать на квартале торговцев. Так а город? Ну, город только в осаде, наверное, да, получается? А сам город весь свободен. Понятно. Так, о, тут уже по-другому, да? Так, 253, это мало, это тоже мало. Это... А вот это сколько дает? 316, проникающий. О, прикольно, прикольно. Так, о, доспех, кстати. 30 восстановления жизни, 50 восстановления жизни. Ну, пока у нас круче. У нас пока круче. Че, у тебя тут? А, вспышка нет, не интересует. Спасибо, но нет. Все, все высокого уровня, все пока недоступно. Ну, кого тут начало? О, а тут не было торговца. Ну и, соответственно, ничего и купить не можем, потому что высокий уровень. О, я тебя чуть пропустил, да? А, нет, не пропустил, все правильно. Или, может, пропустил, но да ладно. Это мы идем сюда. Так, ну куда-то... Так, подожди, это квартал торговцев, это отсюда, да, у нас... Это можно сюда тогда спускаться. Ага, вот еще Ленья есть. Ее, видимо, надо будет собрать. А не прогрузилась. Пойдем. Так, ну туда нам не надо. Зачем так далеко? А, я хотел... Ага, тут закрыто, да? Так, ну-ка, уберись. Так, квартал ремесленников закрыт, получается, да? Ага, кто-то летающий прилетел. Какие страшные звуки. Я дойду пешком лишь только потому, что надо всякие, типа, собирать. И то не факт, да? Что я дойду пешком, видимо, нет. Блин, ты что, прикалываешься? А чё ты так медленно бегаешь?
Плохо, что карта так быстро закрывается. В первой части она хотя бы как-то подольше держалась. Так, здесь какая-то это была. Не помню, как ее там точно. Как? Университет, вот, точно, университет. Еще какая-то там это магическая была, типа академия или как она. Ага. Переместиться туда мы всегда можем, а вот исследовать местность не всегда. Когда по сюжету идешь, ты можешь все остальное пропустить просто, не бегая по карте. Поэтому лучше сначала... Ага, нападают, 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 спасите, пацаны! Ну, вот, вот реально, вот они просто стоят. Они просто стоят. Так, ну тут Леню соберем. Ага, тут это, эльфийские... Как его? Послы, портал к эльфам и все такое. Ну, позовите эльфов. А, ну портал, наверное, не работает. О, говорю, сундучок, сундучок. Ай, прекрасно. Да, вот к эльфам. Так, эльфы здесь стоят, защищаются. Сразу портал к ним активирую. Там вроде был портал по центру. Так, ладно, эльфы помогают. Ладно, хорошо. Так, здесь активировал. Ну ладно, мы еще можем сюда пойти. Сюда мы можем пойти? А, туда мы можем пойти, реально. А, еще какие-то эти. И кто-то здесь. Ну ладно, туда мы можем переместиться поближе. Так, здесь они защищаются, все понятно. Сундучок вижу. Темные эльфы уже ушли? Нет. Тебе надо поспать. Но я не могу спать. Мне все время снятся эти сны. После них мне только хуже. С моими друзьями происходит то же самое. Раньше я отдыхала под большой ивой. Там колдушки меня не находили. Колдушки? Ой, ну то есть плохие сны. Но теперь ива высохла, и вся поляна будто умерла. А нельзя вылечить эту иву? Она особенное дерево. Ее нужно поливать водой из колодца, который называется «Слезы Эллен». Раньше я приносила туда воду, но теперь у меня ничего не получается. То она сама выливается, то меня толкают, будто кто-то не хочет, чтобы я ее поливала. Интересно. Может, мне попробовать? Да, конечно. Я покажу на карте, где этот колодец. Угу. Ива не так уж далеко от него. Вода испаряется через некоторое время, так что несите ее очень быстро. Не давайте никому вас задерживать. Угу. Интересно. Очень интересно. Так, а как это вот эта безделушка? Так, ну, блин, восстановление маны на самом деле лучше бы, да? Нам что дало? А, кувшин. Так, ну... Так, а, это восстановление маны, это оно. Ну да, урон в ближнем бою, а тебе тогда вот это можно... Да, все, у него на дистанцию, все отлично. Так, а ты сюда вообще попадешь? Нет, навряд ли. Тогда мы переместимся, наверное, в квартал гномов. Потому что у нас тут кто-то есть, да? И здесь вот можно еще проверить заодно. Зайти, так сказать. Все, давайте вот здесь поговорим быстренько. Вот реально не хватает ускорения игры. А вот и ты, наконец. Хотел угостить тебя пивом, но из-за этих беженцев... Ничего. Куда думаешь отправиться?
Больше всего я бы хотел собрать добровольцев и отбить у врага Винтерлайт. Думаю, парни из гарнизона помогут нам вернуть его. Ну, как туда попасть без портала? Проклятье! Клянусь бородой Нейт Альфа, нам нужно найти способ попасть туда. Мне и отряду стальных сердец. Надо подумать. Я поищу способ попасть туда. Давай. Так, кто у нас здесь? Ага. А эти вон бегут. Ну, пускай карту зато разведают. А чё, где я? А, я бегу тут. Я смотрю вот это, типа, а чё я стою-то? Помолимся Нейт Альфу вместе. Почему воин молится, вместо того, чтобы сражаться? Да. Потому что этот воин беспомощен, как ребенок. Правда? Мои руки сильны и ловки. Меч остер, а доспехи прочны. В чем проблема? Я с радостью брошусь в бой против тысячи орков. Для этого я здесь. Но как воину бороться с разрушением порталов? Как ему восстановить магию, в которой он ничего не смыслит? С чем мне сражаться? Могу ли я поразить голод или разрубить моря стихий одним ударом? Я даже не могу развеять заклинание, которое не дает спать и Дари, и другим детям. Нейт Альф, бог войны. Твоя судьба будет выкована из стали и веры. Так что... Да блин! Добродетели воина – столбы, на которых держится будущее. Какое будущее ждет мир, который распадается на части? Никакая вера, никакая добродетель не может противостоять этому. Твое сердце не верит твоим речам, смертная душа. Ты стоишь на краю бездны, сожаление и одиночество тянут тебя вниз. Но ты крепко держишься, как скала в бушующем океане. Ты настоящий воин. Но я чувствую страх и сомнение. Душа воина расколота. Поражение драконов нанесло ей глубокую рану. Вот откуда растут сомнения. Что я должен делать? Возьми эту книгу. Глава за главой ты будешь постигать добродетели воинов, какими их чтили драконы. Каждая глава — новое испытание. Пройди его, и следующая глава откроется для тебя. Пройди все эти испытания, и ты уплатишь долг памяти драконам. Когда залечится соднящая рана в душе воина, и твое сердце снова обретет уверенность. Лишь ты на это способен. Кто были эти драконы? Воины темных эльфов Оркейн. Хоть они и дети моего вероломного брата, но они жили согласно кодексу чести воинов. И заслужили мое уважение. Их предал собственный народ. Сегодня каста драконов стерта с лица Эо. Хотя они были врагами, их гибель — большая потеря для души воина. Дай мне книгу. Я пройду испытание. После каждого пройденного испытания в книге будет появляться новая глава. Неплохо. Удачи, воин! Помни, добродетели воина видны не только в бою. Так что не мешкай, когда почувствуешь жар кузни. Угу. В странствиях, окей. Так, 7 башен, гарнизон ополчения. Здравствуйте, я тут, я прилетел. Я прилетел, ребята. Так, что у вас здесь? А, ну ладно, мы все равно, наверное, сюда пойдем куда-нибудь. Ну, давайте, вы торговцы здесь у тебя.
чай-то снаряжусь, дружище, получится, снаряжусь и пойдем. Блин, за 20 минут бегаем, серьезно. Так, это что тебе? Великая 275 единиц. А то 260 дает, да? 240 тогда нафиг. Продал, купил, убрал. Прекрасно. Так, а ты кто у нас? Так, ты у нас продаешь щиты. Хорошо. Фигня. Туфта. Прекрасно. То есть это щиты, типа, на разные, эти, как ко льду, к огню, восстановление манны. Так, 180-120, неинтересно. Ну, хотя здоровье побольше, да? Но тоже. О, вот это уже неплохо. 195-130. Ну, пока такие. Ну, ладно, оставим так, как есть. У тебя, наверное... А, у тебя броня. И ничего никому не подходит. Ну и ладно, не хотите, ну и не надо. Ты что, Шайкан, умеешь пользоваться связующим камнем? Король ждет ваши войска. Не видишь, что тут творится? Мы в ловушке, а войско голодает. Если мы попытаемся прорваться сейчас, нас перережут как овец. Что я могу сделать? Главное — это провизия. Мы пытались перехватить обозы Союза, но мои люди уже ослабели, и ничего не вышло. Других я отправил охотиться, но они вернулись израненными. Как мне захватить обоз? Обоза передвигается между лагерями Союза. Когда они нападают, несколько стражников вступают в бой, а один пытается удрать в ближайший лагерь с обозом. Если ты сможешь остановить его, обоз считай твой. Можешь снять провизию с лошадей и принести сюда. Какую бы гадость ни жрали эти Наркейн, мы съедим ее, если больше будет нечего. На кого здесь охотиться? Союз почти истребил оленей. Но есть еще волки и медведи. Не самое вкусное мясо, но силы прибавляет. У меня есть провизия. Спасибо. Это поможет ребятам встать на ноги. Угу. А, то есть это типа вы мне типа помогать будете, да? Так, у нас уровень, да? Можно в Шайкана, да, бахнуть. Давай в Шайкана бахнем. Ну да, вот это вот прикольно. Так. Вот это тогда убираем. Так, вот это вот... вот это вот возьмем вместо вот этого. Пока так. У вас что тут? У вас что-то должно было быть. Так, ну ты две. А, я же тебе посох поменял, все правильно. В ближнем бою. Ну да, вот это берем. Это, да, так пока оставлю. Так, что вы хотите? Хотят, что вы от меня? А, вас призвать надо. Потому что я-то могу пользоваться, а они. А они не могут почему-то. Хорошо, так, это вот здесь их, да, надо? Хорошо, давай, священная земля. Ну, давай. Так, вот этих надо перебивать, да, значит... Допустим. Ну, я ж не знал, что тут это. Что тут медведь целый? Вообще, я как бы привязал тебя к себе и пошел сюда. Так.
мы побежали. А куда побежали? Ага, вот к этой Иве. Хорошо, бежим. А, ну мы бежим. Ну мы бежим, мы просто бежим. А мы так сдохнем. Так, надержи, надержи. Давай, 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 давай. Да ты чё, слабак? Алло, давай, бей быстрей. Так, исцеляй меня, молодец. Исцеляемся. Так, он почти перебил. Этот бежит, да? Значит, сейчас справимся. А, ну мы успеем. Должны успеть, по крайней мере. Это они подходят еще? Они респавнятся или что? Так, я пошел, я пошел. Так, вы пока еще держитесь. Погнали, погнали, погнали. Прекрасно. Так, ну эти сюда не пойдут, хорошо. А теперь в атаку. Давай, 2 минуты еще. А, это здоровье увеличивает. Ну, молодец, молодец, молодец. Нас подхиливают, все нормально. Помогите мне мечами дополнительными. Так ее отталкивают, а что, она скелетов, что ли, не видела или что? Так, эти вернутся, да, скоро, я так понимаю? Они... Ага, они пошли. Надо их перехватить будет. А это страдано? Хорошо, поливаем. Волна жизненной силы проходит по дереву. Листья зеленеют, ветви распрямляются, словно человек. Дерево встает в полный рост. Ого. Благодарю. Благодари Идару. Надеюсь, она сможет снова отдыхать в твоей тени. Дело не только во мне, Шайкан. Мои птицы везде летают, и они рассказали мне, что кто-то крадет сны детей в семи башнях. Без снов дети скоро умрут. Мои птицы не видели похитителя снов. Но перед тем, как меня одолела засуха, его искал жрец по имени Галиус. Угу. Найди Галиуса в квартале храмов в семи башнях. Нам нужно поймать похитителя снов, Шайкан, иначе и Дара, и многие другие погибнут. Вау. Так, они идут еще долго. Так, ну давайте с волками разберемся. Так, ну этих я, наверное, смогу, да, подубасить. Так, а эти работают, да? Нормально так. Так, что мы? Сможем их это отлупить? Ага, медведь вернулся. Ну давайте, пацаны. Что, разберемся с ними? Давай, 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 ага. Так, рычаг зачем-то внезапно.
Надеюсь, он сейчас будет задействован. Но хотя он не горит, да, видимо, нет. Мы просто не знаем, что он делает. В атаку, ребята, давайте, давайте. Ну и чё вы куда рванули-то там? Так, мочи начальника стражи. Все, нету начальника стражи. Так, а босс? Ну, лошадей убивать не обязательно было, как бы. Так, иди вон за той лошадкой хотя бы. Давай, за которая дальше. Так, это мы забираем. Это мы все забираем. Так, что ты там? А, ты попал, все хорошо, молодец, иди забирай. Так, ты тоже забираешь, забираешь. И туда его, да? Забрал, молодец. Так, вы за мной. Так, ну вроде все, да, получается. Пока что. Так, тогда давайте их это в безопасное место, а мы в гарнизон ополчения. А вообще они где-то могут... А, вот здесь эти ворота можно будет открыть, да? Как продвигаются дела? У меня есть провизия. Спасибо. Это пом... Угу. Другое дело. А можно меня пропустить? Пацаны, можно меня пропустить? Пожалуйста. Так, это мы сюда можем выйти, да? А сюда мы вообще можем куда-то? А, эти ворота мы можем открыть, да? И те ворота мы можем открыть. Хорошо, поехали за мной, ребята. Ну, выдвигаемся. Надеюсь, вас хватит. Так, пойдем сюда уничтожать, да? А, и тут вот еще. Ну, ладно, откроем. Вау. Это было немножко неожиданно. А, пошли. Так, вы там все живые вроде, да? А то вот эта фигня бьет, мало ли, там дамажит еще или еще что-нибудь. Все, пошли дальше. Так, а пойдемте заберем сначала наших воинов. А то оно все печальненько будет. А, вот этих надо мочить. Все, давайте вы с ними разберетесь, а я пошел. А ты куда поехала? Просто надо своих забрать. Я их могу, конечно, сейчас отправить за собой, но... Не факт, что они... О, тут. Нифига себе. Ладно, на обратном пути все заберем. Не факт, что они дойдут. Кто там? Волки напали? Да ладно, серьезно. А вот прям серьезно, да? Давайте вы заберете и вы пойдете потом за мной. А, это вещи чьи-то. Понял.
Так, здесь ничего? Нет? А, ну с волками вы разберетесь, не страшно. А, и вот здесь могу открыть, да? Ну, волчар, ты серьезно? Блин, ну вы что, угораете. Так, за мной все. Как раз можно будет переместиться, принести им провизию. А они будут за мной это бежать. Ловите. Дамажьтесь сами. Ну, 150 единиц урона, это такое себе. Так, а вы давайте топайте сюда тоже. Ты там вроде все живы, никто не собирается помирать, надеюсь. А, ну ты молодец, конечно. Пацаны, лопатами можете помочь? Давай, ты справишься, я в тебя верю. Ты сможешь. Так, давайте. Так, где она? Гарнизон ополчения. Места там, места. А, все, это ты не даешь мне больше. Ну ладно, тогда север, юг, запад. Его на западе. Северные врата. Юго-восток. Ага, гениально. Ага, прикольно, конечно, да. Не спору. Так, встаньте-ка сюда, ребята. Ну, так, ладно, пускай они там лежат. А мне... А, вылез все же, да? Так, все же вылез. А, юго-восток. Так это юго-запад. Почему два востока? Вы чё? Я думаю, как юго-восток? Юго-восток может быть. А, вот это, кстати, подстава была с этим... С гарнизованным. Почему 20-то только? Че вы там, бежите? Ну, бегите. А, наверное, из-за волка не мог, да? Давай, иди забирай. Пригодится. Че там, забрал? Забрал. Бегит. О, лошадочи все прибежали. Молодцы. Я иду, ребята. Я иду вас бить. Чё там застряли-то, балбесы? А можно пройти там и все это дело? Заходим. Так, надеюсь, от хила там хватит нам. Так, ну, давай, ты не вот этих, ты вот этих лучше бей. С этими-то они справятся. Не то нажал, но пойдет. Давайте. Сейчас мы с ними разберемся. А что тут у нас? Блин, кто-то помер! Зараза. А теперь я могу? Да, теперь я могу. Ну ладно. Так, это мы забрали. Ой, что-то хорошее забрали.
Ого, 402. Ну давай. Ну, ну тут там нормально. Где я? А, я там. Хорошо. Подхил, отхил есть, все отлично, прекрасно. Блин, сейчас помрет. Надо вот это тогда ломать. Так, бум, бум. Кто там? А, волк зареспавнился. Да, видимо, здесь этот надо рычаг активировать. Молодцы. Юго-восток, юго-восток. Почему вы, зачем вы это сделали? Здесь этих можно собрать. Не... Ну, надо собрать, да. Раз. Почему только 20? Почему не 80? У вас... То есть пополнить вы можете, а одновременно много сделать не можете. Так, на это вы сломаете. Один из лагерей уничтожен. Возможно, из этого что-то и выйдет. Ага. Чепуха. Главная битва впереди. Да, это ты виноват, да? Так, а, давайте гарнизон ополчения, да. Сейчас мы возьмем новых ребят. Дополним, так сказать. Как продвинуть? У меня спасибо. Ага. Ой, как вас много сразу. А, или это вы... А, это вы все прибежали. Это вы все прибежали. Так, вы все, да? Возьмем вот... А, ну 20, да, получается. Все, все верно. Так, ну-ка давайте-ка выйдите отсюда. Вот сюда. А я беру и перемещаюсь Ива на западе. Потому что я здесь что-то загорелось, поэтому... Серьезно. Просто чтобы с вами долго не возиться. Просто чтобы не возиться. Так, ну тут мы, получается, уничтожили. Тут они просто скачут, тут они проскачут. Здесь мухи неинтересно. Здесь мы их уничтожим, здесь мы их тоже порвем. Тогда вот сначала вот сюда еще пойдем. И что тут? Ну. А, житель семи башен, давай. Что же делать? Все надеялись, что я придумаю какой-нибудь план. Ну ладно, я, возможно, сам что-то преувеличил. Но я ничего не смыслю в этой войне. Норкейн скоро вернутся. Нам надо бежать обратно в город. Но в какую сторону? Идем со мной в город. Да. Давайте притворимся, что мы старые друзья. Может, тогда они не догадаются. Кто конкретно? А куда тебя вести-то? Типа, алло. А, ну вот здесь вход есть еще у нас. Ну, пойдем. Так. А, типа закрыть обратно можно, да? О-о-о. А зачем? Нас никто не атакует. Ну все, ты в городе. А, жди здесь, а почему?
куда тебя отвезти-то конкретно? Ну все, типа, вот ты пришел. Ждите. Но вы ведь вернетесь? Вы же не оставите меня здесь, поторопитесь. Ну, да, поговори ты с ним. Идем с... Да, может так... А я не понял, а что тебе... Куда тебя конкретно везти? Куда? Так, ну ладно, здесь зайдем сейчас. Куда его конкретно отвезти-то надо? Ну не сюда же. Так, ну ладно, давайте здесь освободим тогда. Ждите. Новый под... Да-да-да, я вернусь. Может быть, я вернусь. Штурмуем, пацаны, давай, поехали. Давай, мочи всех. Ну вы бы хоть помогли, что ли, я не знаю. Так, там кто-то помирать хочет. Кто собрался помирать? Кто-то помер. Ну давайте, вас там много так. А, вот этот, наверное, убил, блин. Сисилач. Забираем. Так, это не подходит. Да, надо уровень 16. Нифига себе. А чё, ну он в городе, чё ему не нравится? А, вот ещё провизия есть, нифига себе. Ну надо, кстати, да, можно их. Они, получается, вот сюда идут, да? А, они идут к нам. Ну сейчас мы с ними разберемся. Ну вы чё, может, её пристрелите уже? Какого чёрта так долго-то? Так, дополнительный дамаг дайте, пожалуйста. Так, тут понятно, тут осадные, все и все дела. Кто тебя бьет? А, понятно. И вы не можете пристрелить его. Вы стреляете во всех, но не в него. Прекрасно. Я буду ломать лагерь. Это выгоднее. Давай-ка ты заберешь. Так, эти сейчас придут уже сюда. Ну, хоть бы направили войска, что ли, помогли в штурме. Мы же побеждаем, алё. Так, давайте там, мочите их. Я пошел это, еще ребят призову. А куда его конкретно отвезти-то? Ну, он в городе, все, что ему? Ой-ой, пацан, беги. Как продвигаются дела? У меня... Спасибо. Ага. Пацан, беги. Пацан, за мной. Так, вы все за мной. Плюс вы. Так, вот так. Ага. Так, 20. Поехали. Возвращаемся. Второй лагерь разбит. Еще не все потеряно. Да, союз уже не тот, что раньше. Так, надо, пацаны, надо их бить. Пойдемте бить их. Опустите меня! Пропустите!
Надо разобраться с провизией. Провизия уезжает, надо догонять ее. Так, ну тут вы справитесь. Толпой вы уже справитесь. А я пошел догонять провизию. И как раз до следующего лагеря добежим. Так, ну надеюсь, вы не помрете. Пару оплеуха, они лежат. Ну вы чё там, справиться с ними не можете или чё? Всё, я пошел дальше. Блин, он вот так вот выходит из-за, ну, вот это вот все пытается обойти, это прям раздражает. Ой, какой-то серый ящик, нифига себе. Так, ну эти ушли. Ладно, мы догнать мы всегда успеем. Да-да-да, конечно. Да, можете нападать и все такое. Че вы там? Че так долго? Монетка вот вообще нафиг она не нужна. Та, а, это чье-то разрушенное, наверное. Так, ну вот сюда, естественно, активируем. Барубас. Барубас? Барубас? А можно как-то, ну, вот так вот взять? Так, ребята, разберетесь. Так, ну тут могилы какие-то. Я не помню, вот были могилы в прошлой части в этих местах. Тут были пауки, поэтому я сильно не смотрел, есть ли там могилы или нету. Но, возможно, могли добавить. Паучья ловушка. И Скай. Интересненько. А вот эти ящики, типа, обязательно. Ну, просто у меня будет дофига провизии, и нафига она мне нужна, как говорится. Что мне с ней делать? Ленью я понимаю, почему я собираю, чтобы мне можно было воскреситься в этом. Чё там, провизия вообще не хочет, да, идти? Типа, зачем идти провизии, если лагерь уничтожен? Логично, логично. Так, тут волки. Не страшно, пройдем. Просто заберу, чтобы оно не, там не мешало. Давайте, ну, с волками разберитесь, ребята. Ну, вы должны прям их махом уничтожать. Чё вы... Один залп, и их не должно быть. А вы что-то там... Миллион залпов, и они до сих пор еще живые. А, пошли штурмовать. Штурмовать так. А мы сюда в город зайдем? Поставили тут свои флаги. Сейчас я ваши флаги сожгу, блин. Чё, думаете, я не зайду в город, да? Сейчас я с вами разберусь. Не, реально провизия вообще никуда не идет. Так, я пошел дальше тогда. Ну да, вы меня ж не пустите. Так, я пошел еще дальше. Так, это квартал мастеровых. А, вот это, кстати, надо сломать. О, вот это 100%. А, это и есть лагерь. А это тогда что? Так, ну главное, чтобы все живы.
Блин, одного положили. Балбес. Так, пошли, 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 пошли. Прорываемся, прорываемся, пацаны. А можно я пройду? Ну ладно, буду тоже драться. Блин, один за одним падает, а? Пустите, пустите, я разберусь, и все будет нормально. Ты типа добери... Ну ты же убежал туда, че, в чем проблема? Улети отсюда, блин, куколка ты там огненная. Так, подхил есть, хорошо. Ну куда ты рванул один, бестолочь? Все на меня смотрим. Отлично. А там что? А, эти нет, еще не двигаются. А мне показалось, что-то двинулось. Так, я пошел ломать, наверное, лагерь. Это будет профитнее. А вы можете вот этого завалить, а, пожалуйста? Он меня задолбал, если честно. Я как бы вас всех направил. Так, давайте туда, она вас подлечит хотя бы. И я попробую. Ну, кто-то помер. Но я, наверное, перемещусь, заберу еще воинов. А вот только вот сюда переместиться, видимо, не получится. У меня квартал мастеровых... закрыт, да? О, блин, далеко бежать. Ладно, так оставим пока. Так, на 10 секунд. Ну, это 5 ударов где-то, да, у него получается. О, как тут всего много. Следующий лагерь. Господа, нам пора вмешаться. А типа можно как-то двигаться? Алло, ты чё, замер-то? Вмешаться к этот маг, который чё, оборзел совсем? Типа, может, вы за мной будете двигаться, пацаны? Где я? Куда я? Вот он я. О, смотри, какая крыса, а. Ну, ну пошли, 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 пацаны. Все, забейте просто на него. Надо, сам прилетит. Так, квартал мастеровых один поскакал. Возможно, там портальчик. Ну нет, там вроде портал. Портал где-то здесь был. Так, кто-то что-то напал. А портал был... Ой, портал этот. Камень был здесь. О, вот он, да. Давайте квартал мастеровых хотя бы. Так, ты бежишь, ты бегишь.
Давайте идите туда. Где я там? А, то, что тут драка. То, что тут драка, нас это не пускают активировать. Так, квартал мастеровых, я перемещаюсь в гарнизон ополчения. Надо новое ополчение. Ополченцев новых надо. Да, ну ладно, то, что 20 минут просто бегали, надо подольше повоевать хотя бы. Как продумать? Спасибо. Ага. Так, ага. Так, давай всех вот этих с этими 20. Все они должны бегать за мной, а я перемещаюсь в квартал мастеровых. И пошли. А провизия где-то куда-то делась. Я же видел ее. Они же были. Так, ну они догонят нас. Этот у нас тут стоит. Ничего страшного, с ним ничего не случится. Пойдем сейчас мочить их. Подождать побольше воинов. Захватить тут волка. Зачем-то захватить волка надо. Так, тут у нас Ленья, неинтересно. Ну, давайте, пацаны, в атаку. Че, темно, не видите, да? А, вот он и я. Сейчас вы у меня отхватите. Так, ну тут волки, да, тут ничего такого пока нету сильно интересного. Погнали, погнали. Ну попробуй, да. Ну да, спасибо, что не пускаете, вот все такое. Ну, с одной стороны, правильно, да, то, что встали, и ты пройти не можешь, по идее. Это нормально. Че эти, добежали? Так, тут еще Ленни валяется у нас. Да-да-да-да-да-да-да. Давайте там. Агритесь, все такое. Я пойду вот Ленью заберу. Ну ты падла. Вот я сейчас тебе за это вмажу. Так, этих вернуть в город тоже надо. А можно пустить меня, и я людей в город верну? Ну, кто там, что там? Можно поговорить? Эй, вы там! Мы здесь! Здравствуйте! Можете забрать нас отсюда обратно в город? Где остальные люди? Идем со мной. Спасибо! Погнали, чё уж там. Давайте тогда хоть гарнизон ополчения. Да, они сами добегут. Просто этого заберу. А можешь? Где я аж потерял? Спасибо. А, вот так можно выйти, да? Ну, он просто не двигается. То есть не то, что он там что-то... Все, у него какой-то затуп происходит. Так, ну эти все побежали, молодцы. Кто у нас такой... А, лошадки у нас быстрые. А где все остальные люди? Что это значит? В основной этот? Он просто мы в городе, как бы, а в гарнизон ополчения их отвезти или что?
Идем. Да, может так. Так, это мы здесь можем. Мы можем их вот сюда отвезти куда-то. То есть, ну мы уже в голову, мы уже за воротами, мы уже в городе. Что вы хотите от меня еще? О, сундук. А я что, профукал его? А, или может я сам не пробегал, да? Ну, допустим, забрали. Так, типа норм или... Ну, видимо, еще не норм. Ну, пойдем сюда тогда куда-то. Я не понимаю, куда их отвезти. Так. Ну, вроде костник... А, беженцы. А, в сражении быстро погибнут. Это понятно. Но я привел их в город. Что вы от меня хотите? Ждите. Но вы ведь вернете по тара... Так мы в городе, алло, что не так? Идем. Ну давай во двор к королю отведем. Просто у нас, ну, конкретного места-то нету, куда отвезти их. Так, вы пока здесь встаньте, да, а то вы мешаетесь. Толпа целая тут за мной бегает. Все, нормально? Жди, но поторопи. Ладно, ждите здесь хотя бы тогда. Ждите. Возвращай. Я вас в город привел, отвалите. Отвалите, я вас привел в город, ничего не знаю. Так, священная земля, да. Опять медведеть напал. Медведеть напал. А чё не так? Ну, за мной просто идите и всё. В смысле, вы туда не попадаете или чё? Ничего не понял. Вы, может, пойдете? Алло, гараж. Движ пошел. Вообще ничего не понял. Сюда едете? Сюда едете. Так, хорошо, давай тогда гарнизон ополчения, хорошо. Я перемещусь, изначально перемещусь сюда, хорошо, я здесь. Все. Так, вы. За мной. Все? Ага, все двинулись почему-то. Почему сразу все двинулись? Непонятно почему. Выйти через эльфов, да, попробовать. Гарнизон. Нет, не гарнизон, а священная земля. Почему-то эти встали. Да что вам не то? Что вам не так? Объясните, пожалуйста, мне. Типа, что не так? Просто берете и идете за мной. Так, вот, хорошо. Вас я переместил. Молодцы. За мной. Но он не хочет идти. Это что-то куда-то пошел. Эти что-то там волка завалили. Я не понимаю, они просто не идут. Вот, что-то пошли. Что-то какой-то у них затуп происходит. Ладно, вот, двинулись, все, просто что-то, почему-то затоп какой-то происходит. А, вот куда этих отвезти надо.
Так оно вы хоть бы сказали, что ли? Тут оно и горело у меня, все, я поэтому туда даже не смотрел. Ага, неплохо. Ой, что-то все опасно так у нас. Нас положили немножечко как бы. А че вы тут такие прочные? Так, жизнечку добавим. Добавим жизнечку. Жизнечку добавим чуть-чуть. А драться не хотим, да? Ну вот, затуп даже у противника почему-то затуп какой-то происходит. Так, все и все за мной. Так, ну двинулись, молодцы. Хотя бы двинулись, уже хорошо. Так, здесь мы разобрались. Угу, они типа сюда пришли. А, мы не можем... А, серьезно? А, вот через эти ворота только. Ага, понял, ладно. Ну, я как бы против был, но... Типа это вражеский конвой, да? Только поэтому вы их перебиваете. Молодцы. Молодцы, ребята. Как бы я ничего не могу им противопоставить, но можно было просто забрать провизию, забрать лошадей и не убивать их. Зачем было их убивать? Так, а что у нас, гарнизон ополчений или король... Нет, не королевский... А, да, давайте королевский дворец. Этих отведем, балбесов. А, спасибо. Идем. Какой-то затуп происходит, я не понимаю. Так, давай, квартал торговцев, да? Вот так, сюда. Ой, как-то интересно. А, то есть отсюда и провизия бесконечно идет от века, но это надо. А с кем это? А, с волками. Ну ладно, не страшно. Сейчас главное мне, чтобы эти пришли, а остальное пофигу. Это вот жрец, да, нам сюда надо. Так, чьи-то эти вещи я нашел, а чьи-то еще нет, я так понимаю. Так, ну идите тут тусуйтесь. Чё, подходим? А тебя куда? А, тебя... Да, мы в безопасности. Можно было в одно место? Всё просто как по маслу. Спасибо. А чё, нельзя было... Нельзя в одно место? Алло. А, вот этого детка не нашли, да? Хорошо. Давай, проходи. Так. А, вот этим. Мы и дома, ребята. Этим. Спасибо, друг. А, сейчас посмотрим, что мне даст вот этот дружище. Потом посмотрим. И тогда будем думать, стоит ли нам отдавать тому наглому козлу что-то вообще. А то, может, он обойдется без всего. Так, 23, у нас 27. Ну, тогда да, пока. То есть это вот этот вежливый, он попросил, все нормально. Мы ему отдаем. Только не это! Нет! Это твои пожитки. Да, да, чудесно. А то я уже начал мастерить себе нищенскую сумму. И что ты мне дал за это? Ладно, дадим. Все пропало. Это твои вещи. Ты? Возвращайте их мне? Не могу поверить. Спасибо, великий генерал. Правильно, я генерал, да, я генерал.
Так, а у детка где эти вещи? Здесь, что ли? Давайте юго-восток. Точнее, юго-восток. Так, давай, пошли. Так, задание выполнилось. Это они вот здесь встали, да, вот эти вот. Да, конвой здесь. О, в нем смысла особо нету уже. Хорошо, тогда Ива, логово, священная земля, безмолвная поляна, наверное, да? Да. Безмолвная поляна. Ну, идем вот сюда штурмовать. А, да, последний лагерь заберем. Так, коняхи быстрые. А где еще домик фермера? Мы вроде все проверили, да, получается? Ну, здесь же не было, да, никакой этой... Здесь нету ящика. Единственное, что где-то здесь вот что-то разрушенное. Открывайте ворота. Где-то что-то еще есть. А, вот здесь вот, кстати. О, кстати, я, наверное, нашел. Мне только надо туда добраться теперь. Вот здесь она, скорее всего. Это мы пойдем сюда, 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 сюда. А, мы сюда и вообще не попадем, как бы. Тогда просто идем. Давай только не умирайте, ребят. У вас и так минус 3. Пойдем штурмовать, так и быть. Так, ты куда делся? А, наверное, тебя перестреляли все же. Ну, сейчас все будет. Сейчас все будет. Так, взял, взял, поехали. Так, с вами разобрались, ладно. Давай сюда. А то вот это меня бесит, трянь. Ну, пожиток я больше не нашел, если честно. Никаких. То есть два домика. Где у нас? Где-то... Вот здесь внизу был домик, да, получается? Где он? Вот он, да. То есть где-то еще... Где-то здесь был. Ну, где-то примерно здесь. А, вот он, сломанный. Ага, его видно. Где... А, вот еще целая полянка. А, вот он. Сюда надо. Так, давайте мы кого-нибудь сюда отправим. О, давайте коня одного. Паладина. Давайте, идите сюда. Вы быстро туда доедете, поэтому я вас туда и отправляю. Вы все равно помрете, если в ближнем бою зацепитесь. Поехали. Кончим с этим. Этот день... Ах ты, падла. А, то есть ты нам помогаешь? Кто эти люди? Похоже, слуги Ридонгата. Так это и есть неугасимое пламя? Нет, обычная магия. Но я уверен, что пламя коснулось их. Так, ну давай что-нибудь, что-нибудь. Так, Шайкан мы прокачали, да? Этот здесь не хочет. Ну, в доспехи, наверное, пойдем, да? Так, ну с этим ты справишься, я думаю. Ну, неплохо, неплохо. А, серьезно? И чё, вы будете это стоять, фигней маяться? А это как-то 8 уровень, 15, ну да, в два раза разница, считай. Ну как-то сомнительно. Так, а где второй-то?
Я ж вас двоих отправлял. Так, идем сюда. И идем, что, за мной. А где я? А, я вот он. А, вон он. Осада как, да? Снята, мой король. Что ж, Риденгард, похоже, Хаймарк не так уж нуждается в твоих услугах. Подожди немного. Когда твой город наводнят беженцы, а страну заполонят тучи врагов, тогда тебе придется принять мои условия. Уходим! Не понял, это что сейчас было? Мордекай! Что ты делаешь среди приспешников Риденгарда? И где сосуд души? Кое-что случилось. У источника неугасимого пламени. Но ты только не волнуйся. Все это делается в интересах будущего. Ты скоро поймешь. Хм. Он им управляет? Что? Так значит, это правда. Сны о битве, в которой сражается отряд сосуда души. Мне нужно найти его. Здесь замешаны могущественные силы. Один неверный шаг может очень дорого стоить всем Шайкан. Нужно собрать свою армию. Я знаю, что сосуд души сделал тебя Шайкан. И вы связаны особыми узами. Но он покинул нас по собственной воле. Твоя помощь нужна Вестгарду. Да, я опять. Ах ты, рунная чугунная голова. Рунная чугунная. В горшке больше благоразумия, чем в тебе. Давай, иди ищи своих драконов на краю земли. Но чтобы ноги твоей больше не было в Вестгарде. Я его отстроил, пошел вон. У сосуда души с собой портальный камень. Возможно, мастер Аскан из университета может помочь тебе найти его. Я не смогу помогать тебе, как раньше. Но ты время от времени посылай мне весточку. Возможно, я смогу помочь тебе людьми. Спасибо, Халикос. Значит, нашему прошлому придется подождать еще немного, брат. Что это значит, Шторм? Я давно хотела навестить здесь одного человека. Его зовут Айдар. Когда-то он привел нас сюда из Тирганаха. Впрочем, вряд ли он захочет меня увидеть. А, типа, спасибо, что не дали даже сундук забрать. Давайте хоть эти пускай туда сбегают. Так, ребят, я вас как бы туда отправил. Может, вы поедете туда? Не знаю, может, перезагрузка игры поможет и все такое. Ну, типа, это прям раздражает немножечко. Так, это что у нас? 492. О, это мне, наверное, дали, да? Да, давай. Что, аж круче. Типа, что бы нет. А, он вон какой слабенький у нас. Слабачок. Так, это мы сделали. Можно как раз, пока они бегут, отдать тут... это что у нас? Так, это Айдар, хорошо. У нас еще есть дедок, вот этому дедку. А, мы можем, кстати, рынок гильдии, да. Мы можем намного быстрее, типа, сюда переместиться. Айдар? А, ну ты там, ну, пускай стоит, пускай. Так, на, дедуль, на вещички. Это твои вещи? Да, ничтожный фермер благодарит вас. Жизнь налаживается. Прекрасно. Ну, а мы потопаем сюда и серию на сегодня закончим. А, кстати, да, посмотрим, что здесь. А, вы еще не доехали. А, нет, вы доехали. Молодцы. Ну, дай, забери. Ну, ладно, пригодится все равно. Да,
там пока этот бежит, а здесь мы сюда мы сходим. Серию заканчиваем. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлисты на паблик в описании под видео. Всем пока.